Привет всем! Записываю последнее видео из Польши. Видео о том, как меня поперли. Сегодня отработала смену с 18:30 до 5:45. Приехала домой, как обычно. Думала, сейчас приму душ, лягу спать. Вечером на работу, но не тут-то было. Приехал наш куратор и забрал моего напарника в другое место, в другой магазин. Мне сказал подождать, ну, я села ждать. Потом в итоге он приехал через 2 часа и сказал, что ждать не нужно, можно паковать чемоданы и ехать домой. Вот такая вот история у меня в Польше приключилась. Я не знаю, приеду я сюда когда-нибудь или нет. Может быть, как турист приеду. Может быть, как работник приеду. Загадывать не хочу. Но впечатления о людях сложились неоднозначные. Есть хорошие, есть не очень. Сейчас я жду автобус. Купила себе сразу билет. Вот. Билеты есть, уехать можно спокойно, ни от кого не зависишь. Такие вот дела. Будьте аккуратны с людьми, может быть, кому-то будет полезно мое видео, может быть, нет. Ну, все-таки историю вместе со мной проживали, смотрели меня. Спасибо за ваши просмотры, за вашу поддержку. Я думаю, что все у меня будет хорошо. Не знаю, буду ли я записывать еще что-нибудь, какие-то видео или еще что-то. Может быть, не обещаю. Всем добра. Пока. Чаще.